Краевые спасатели получили новое знамя. Торжественное мероприятие с участием всего личного состава Краевого управления МЧС прошло на площади Победы в минувшие выходные. Вручал новый символ руководитель департамента авиационно-спасательных технологий министерства Владимир Светельский. Теперь знамя будет храниться в главном управлении и по особо торжественным случаям будет украшать официальные мероприятия. Отмечу, знамена управления МЧС были разработаны согласно требованию нового закона с помощью специалистов Геральдического совета при президенте России. На каждом изображен герб территории и отличительные знаки принадлежности к министерству.